Вот так, никого нету. Как я думал, а то он облокотился. Никита побежал. Мне показалось, там коршун сидит. А что там? Так он подошел и поцеловал еще. Ты видишь, нет, он что делает? Нет. Он быстрый, как осаил. Бегает, подошел. Нету ничего. И главное, как голова, будто бы туловище. Интересно. Столько сучков наверху. А? Сучков много наверху на столбе. Да? Да. Ну тогда ничего уже не сделать. Вот говорят, сейчас горят леса. Я почитал, в Башкирии на 6 тысяч увеличилось. Там еще где-то 11 тысяч. А где-то в Башкирии за выходные дни в 10 раз увеличилась площадь. Задымлено все. Дым уже дошел до Москвы и показано там Воробьевы горы, где так в дымке все. Вот у нас теперь дожди, 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 дожди. А вот и дожди, что Бог заранее нас сохранил от пожара, надо было смотреть. А трава-то, она трава, главное-то и горит, и главное, ветра нет ничего. Нас Бог защитил. Мы должны увидеть в этом промысел Божий. Везде горит, а у нас дожди идут. Куда не поедут, говорит, нигде дождей нету. Нету дождей, создалась опасность. Там Малиновое озеро, там перечисляют какие-то бастряки или как-то. Тысячи людей лишились крова, сгорели здания. Выехал туда губернатор Карлин Александр Богданович. А что там она так это? Ну, сучки вот это все. Дерево, столбушок обычный. Один столбушок, да? Один, да. Да очень странно даже. Никогда не видел так. Ну так кажется большим сдалека, а на самом деле не такой небольшой. А-а-а. Вот сейчас смотрим мы. Так, все это, дымка-то, гляди, даже вот с этой стороны околки-то, вот эти, не видать, вот от меня отойди, глянь, не видать. Посадки, да. Это с каждой минутой все больше и больше дыму. Дым идет отовсюду. А если туда пойти, на ту сторону, ну-ка. Я теперь стал думать, что дожди, говорят, залили, пропала здесь трава. Ну, пропала трава, но не есть. Деревни там, большие, огромные прямо горят. Людей вывозят. Нормально все там. Мы еще ничего не знаем. Смотри. Вот он наш гурт. Овечки. Ну там видно все задымленное. Батюшка говорит, это воскуряется от земли, говорит. Пар идет. Я говорю, какой пар? Я сейчас в интернет заглянул, зарядил пожары Алтайский край. Это кто там пасет? Василиса вроде. Василиса? Угу. Одну девчонку пускают. Крыло тебя. Как страшно все-таки вот это смотришь дым. Я помню, маленький был, лет 5 было. Всегда думал о кончине мира, загорится небо и земля. Мама рассказывала, больше ничего не знали. Я помню, тогда я упал, шел и слушал, как земля гудит, казалось. И на землю отцу повез, понес завтрак. Совсем маленький, лет 5 было, наверное. И вот такой дым стоял. Где-то, видимо, тогда тоже горел, а сообщений-то не было. Мне казалось, это не где-то что-то горит, а именно вот какое-то знамение такое. Я с братом ходил на охоту. Я если говорил охотиться, то он убивал уток. Я ни разу не убил ни одной утки. Я рот разину и смотрю на них. Как они плавают, как отливается у него, как железо какое, грудь. А брат стреляет, там падает сразу несколько штук. Он там еще добивал их, стрелял. Мне жалко было всегда. Сейчас вот по деревне гуси ходят. Теги, теги, он голову вытянет, га-га-га-га-га, разговаривает. Гусь очень умная птица. И вдруг осень приходит, все головы отрубили. Как они к нам относятся-то, к убийцам, палачам? Вот этот дымок, дымка меня напоминает о том времени. Видишь, как все. Тишина. Вообще тишина. А дым идет и идет все гуще и гуще. Картинки-то зарядишь, когда посмотришь. Какой огонь идет, ужас. Там девчонки одни описывают, молоденькие.
сообщили, можно нет пожарной машины стоять, ничего не делать. Почему? Говорит, приказа не было. Ну какой приказ? А хоть поливайте где. Самолеты прилетели. Ну что он самолет сделает там? Ну бочку поднял. Ну 50 тонн даже поднял, да. Ну и сверху-то ближе будет. Жар идет кверху. А в воздухе она распылится. Это кислород, водород только сильнее будет гореть. Я считал однажды, ураган такой был на Индийском океане. Скорость 450 километров. Это нельзя вообразить даже. И когда, говорят, там молнии были, то разлагалась вода на водород и кислород. И к земле шли валы огня, как будто бы море огненное. Ну, то есть, люди видели, об этом пишут. Поэтому то, что у нас дождь, и все такое, надо перебрать будет. Это надо благодарить Бога. Городки все собрать, чтобы ничего не пропало. Сейчас только узнали, лагерь никто не закрывал. Решения этого не было принято. Это оказалось, у них там с этим затруднения вышли. Они все прилепляли к общине. Но суд решил, община ни при чем. То есть это главное. А дальше остаюсь я, со мной отдельно разговор будет. Когда если дойдет до дела. А я еще виновен? А вот нашли там какую-то палочку. Я говорю, палочку нашли, а у самих бревна в глазах. Ну, заболел кто-то? Нет. Так надо радоваться, что есть люди, которые все эти палочки, допустим, даже были, перерабатывают и не замещают. Или они написали реестр, вот такой вот, а какие лекарства должны быть? А там в морге меньше. А если никакого лекарства нет, вот лыковы жили-то. И если бы они жили в миру, не было бы этого. Но встреча с геологами, все вымерли. У нас наоборот, приспособленные, мы молимся, дети занимаются играми, гимнастикой, святую воду пьем, и они ничего не... Какая вина-то конкретно спрашивают меня? Какая ваша вина? Ну, я говорю, то, что я все отдал для этого, это вину поставил. Ну, кто-то вас заказал, там, Сергей Козлюк. Я говорю, ну, конечно, я знаю, от дворки началось, московское сергианство патриархийное, они терпеть не могут. У них этого нету, они не могут и не понимают. А у нас это есть. Вот этот лагерь. Жалко, конечно, в другой статус переходить намного сложнее будет. Ну, попытаемся за зиму. Нужно молиться, и Господь укажет, как это должно быть. Вот так. Смотрю, какие гвозди, доски держат, огромные гвозди. И куда они идут? Зацепили еще или нет? Сбоку-то, на балке-то, которые... Ну, правый вообще мимо. Мимо, но вот этот правый мимо, а тот тоже непонятно. Видишь как, все, и тополя, и все. Да еще не косни, все мое. Моя идея создать лагерь в 72-м году. А община при чем? Община через 19 лет только появится. А я же не без моего влияния. Здесь постельные принадлежности, посуда. Пища, люди, волонтеры, все от меня исходит. И причем тут община? Община не финансирует. И, ну, единственное, что молятся, и при желании могут участвовать в спонсировании, написали. И суд это принял. А если это ко мне, к одному, со мной, тогда разговаривать ему. В пятницу, говорит, окончательно выйдет. Сегодня 27-е, значит, 29-го. А 30-го поедут наши эти... Уральские. Все, пошли.